Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является и востребованной на рынке труда, дает возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляют являются к специалистам разных профессий. Вот решить эту проблему помогут в молодежном центре «Самарский». Я представляю гостей в студии: Ольга Юрьевна Петрухина, директор молодежного центра «Самарский», и Ирина Емельченкова, профконсультант молодежного центра «Самарский». Приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Да, давайте поговорим на нашу сегодня заявленную тему. Я, знаете, хочу с чего начать. Подвести, может быть, небольшие итоги летнего сезона. И второй вопрос: актуально ли осенью трудоустройство молодежи? Ну, если говорить о итогах, то, конечно же, они у нас такие, несмотря на то, что было очень много ограничений, скажем, очень радующие, позитивные и так далее. Большое количество подростков изъявило желание работать в летний каникулярный период. Мы трудоустроили более 2500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет за летний каникулярный период. Это много, это немало, да? Это несмотря на то, что, да, все-таки, я говорю еще раз, повторюсь, были ограничения, да, все мы очень хорошо справились, все предприятия сориентировались, да, для того, чтобы в летний период принять наших ребят на рабочие места. И у нас опять принимало в этом году участие более 100 работодателей по всему городу. И предлагались вакансии как помощника специалиста в различных отделах, да, так и, скажем так, вспомогательные работы. Это те работы, которые осуществляют на улице ребята. Это помощник садовник, уборщик территории и так далее. Много позитивных отзывов было в этом году от ребят. И от ребят в том числе, да. Все-таки в прошлом году мы вводили формат дистанционной работы, да. И, скажем так, не всем удавалось показать хорошие результаты. И летний период этого года, да, когда мы все-таки организовывали рабочие места на именно предприятиях, для ребят это лучше, проще, потому что есть наставник, есть ответственный, который в любой момент тебя может поддержать, научить, еще раз объяснить какой-то фронт работы и так далее. У нас также активно были трудоустроены в летний период ребята с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 30 лет, кому тоже на временные рабочие места, но для них была прекрасная возможность именно поработать в той организации, куда они хотели бы устроиться на постоянное место работы. Многие работодатели впоследствии приглашали их к себе на постоянное место работы. Очень здорово. Да. И летом работали также различные направления и блоки той работы, которая у нас была проведена заранее. То есть, например, у нас школа вожатского мастерства была в течение весеннего периода. Выпускники школы вожатского мастерства приступили в этот сезон, в летний, да, и очень хорошие получились результаты. Ирина, слово вам. Насколько актуальна сейчас именно профориентационная работа осенью? На самом деле осень такой горячий сезон всегда для профориентации, потому что многие ребята принимают решение о том, чтобы какой профиль выбрать, какие экзамены выбрать, принимают решение уходить из 9 или учиться до 11. И когда в летний период хочется отдыхать, не все об этом думают, а вот осенью, когда они возвращаются в школу, как раз этот вопрос становится более чем актуальным. Ну хорошо, а какие сейчас есть возможности вот как раз для временного трудоустройства подростков и молодежи? Мы трудоустраиваем сейчас свободное от учебы время. Еще раз обращаю на эту строчку как бы внимание. Ребята, которые обучаются в школах, в колледжах, да, но которые могут совмещать процесс работы с процессом обучения, не нарушая процесс обучения. Свободно. Это а что значит? Если учится в первую смену после первой смены, либо только выходные? Нет, это выходные мы не можем трудоустраивать по согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Да? То есть, например, если это школьник, да, ему 14 или 15 лет, он может работать
всего 2,5 часа в день. Если его уроки заканчиваются, например, в 13:30, да, то в 14:00 мы спокойно можем назначить время начала работ, подобрать какую-то организацию, которая находится рядом, близко к дому, да, там, или 14:30 сделать время начала работы, да, и он спокойно может отработать. Либо это, в принципе, ребята, которые учатся во вторую смену, они могут совмещать в первую половину дня. Но, к сожалению, учебные процессы сейчас разные, да, и вы знаете об этом. И вот к нам приходит, ребенок хочет работать, но невозможно даже составить ему рабочее время таким образом, чтобы оно не мешало, и поэтому мы, к сожалению, отказываем. Например, он приступает утром там в 9:30 к процессу обучения и заканчивает он там в 17:00 обучаться, там, да, вот в колледжах такие вот есть плавающие расписания. А, к сожалению, мы не можем найти такого работодателя, который бы предложил там работу в 6 часов вечера. И... А почему нельзя работать в выходные? Это запрещено. Это норма трудового кодекса. Да. Ведь есть предприятия, которые работают по выходным. Нет. В том числе. То есть только это для подростков. Лет. А, с 18 только лет. С 18. Поэтому и то, что касается ребят взрослых, студентов, да, здесь наоборот, пожалуйста, мы поощряем эту возможность трудоустройства в свободное тоже время от учебы для ребят от 18 лет. Для того, чтобы они получили как можно больше различных профессиональных навыков, да, чтобы могли впоследствии лучше адаптироваться на любом рабочем месте. Поэтому для этого мы проводим также у нас и в группе в социальных сетях различные мастер-классы, именно вот и по поиску работы, и адаптации, и выстраиванию какого-то карьерного роста на предприятиях. Поэтому смотрите, да, они всегда такие мастер-классы полезные для ребят. Делайте для себя выводы и двигайтесь дальше для того, чтобы быть успешным на рынке труда. Ирина, скажите, пожалуйста, что такое вообще профориентация, с какого возраста лучше ею заниматься и почему она необходима? Ну, ранняя профориентация начинается вообще с 3,5 лет, и в каждый возрастной период есть свои задачи, да, то есть если там в детском саду мы знакомимся с миром профессии, знакомимся с профессиями родителей, то уже такая активная работа начинается к 7-8 классу, то есть уже когда можно начинать активное исследование своих интересов, своих способностей и собирать информацию о возможностях получения образования, планирования карьеры и прочее. Поэтому мы в молодежном центре Самарский выстраиваем работу с ребятами, которые уже достигли 14 лет, да, то есть которые уже такой, в активную фазу выбора профессии вступают. И для них уже, как Ольга Юрьевна сказала, проводятся групповые мероприятия по типу мастер-классов, тренингов профориентационных и индивидуальные консультации, также то есть профдиагностика по выбору профессии. Спасибо. Ольга Юрьевна, а у меня вот следующий вопрос чисто практический. Ведь с 18 лет человек сам может устроиться на работу, верно? Все верно. Устроиться и получать заработную плату. А вот с точки зрения, опять же, ну, выгоды, что ли, можно, если так сказать, если устраиваться через вас, что приобретает дополнительно тот молодой человек, который трудоустраивается через центр Самарский? Ну, деятельность учреждения нашего, да, в первую очередь направлена именно на содействие занятости подростков и молодежи. Да. Мы работаем, скажем так, в рамках муниципальных программ, которые финансируются из бюджета городского округа Самара, которые поддерживаются активно администрацией городского округа Самара, да. И в первую очередь эти программы ориентированы именно, скажем так, на ту категорию граждан, которые особо нуждаются во внимании, да, и в поддержки. Например, у нас есть программа «Молодежь Самар» муниципальная, да, в рамках нее мы организуем временные рабочие места для подростков, летний каникулярный период и свободное от учебы время. Да, почему эта программа есть, почему она создана? Потому что вы прекрасно знаете, что просто подростку несовершеннолетнему невозможно практически трудоустроиться к работодателю, скажем так, напрямую. Да. В рамках нашей муниципальной программы, да, мы выплачиваем заработную плату подростку, она сейчас состоит из расчета МРОТ, и плюс подросток получает выплату от Центра занятости населения, материальную поддержку называемую, да, она тоже сейчас составляет порядка 2250 рублей за полный отработанный месяц, вот. То есть, грубо говоря, если прямо вот так грубо округлить, ну, около 15 тысяч получает подросток.
Но вы не забывайте, что из-за заработной платы, из МРОТ, у нас удерживается 13% подоходный налог, да, то в среднем где-то порядка 12-13 тысяч, получается, за полный отработанный месяц, опять же. Далее с учетом того, что работаешь 2-3 часа В зависимости от того, какой период, если это летний период, то 16-17-летние подростки уже 7 часов работают. Все-таки законодатель, когда такую норму вводил, приводил к тому, чтобы постепенно, согласно каждой возрастной группе, подводить к 18-летнему возрасту ребят, да. Поэтому в летний период 14-летний работает 4 часа, 15-летний 5 часов, в пятницу 4, и 16-17 лет 7 часов, при этом зарплата одинакова. Если говорить о другой программе, это тоже муниципальная программа, она реализуется также для ребят, имеющие ограничения, но им от 18 до 35 лет. Опять мы создаем временные рабочие места. Те ребята, которым 18 лет исполнилось, мы предлагаем различные только направления, поддерживающие, скажем так. То есть это что может быть? Участие в различных ярмарках, мастер-классах, дни карьеры и так далее. Наша задача, да, уже поддержать этого человека для того, чтобы он выработал какие-то качества для активного поиска работы. Мы помогаем составлять качественное резюме, да, мы там проводим какие-то тренинги, как вести себя на собеседовании. И у нас также существует ряд программ, совместно с нашими партнерами мы их реализуем, именно по поддержке ребят от 18 лет в основном принимают участие, как мы говорим, с низкими стартовыми возможностями. В рамках этих программ мы можем обучить, то есть ребята могут получить профессию. То есть это без образования вы имеете в виду, да? Кто участвует в этих программах? У нас есть, например, такая программа, как «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре». Она у нас реализуется уже много лет совместно с фондом «Арконик», благотворительным фондом Самарской губернии. Эта программа позволяет тем ребятам, которые не имеют никакого образования, или они бросили там, да, не окончили, или у них какая-то судимость есть, или это выпускники детских домов, различные, да. Мы обучаем, мы проводим целый цикл мероприятий для них. Эта программа рассчитана, как правило, на 10 месяцев. То есть тут работают с ними и профконсультанты. Мы делаем различные выездные экскурсии на предприятия, где они конкретно бы посмотрели вообще производство, что там, как, для того, чтобы, опять же, процесс адаптации потом на рабочем месте был для него успешен. Ну, заинтересовать, а может быть, это конечно действительно то, что он искал. Да. Ведь невозможно, да, понять что-то о профессии, не окунувшись внутрь, не поговорив с теми же наставниками, да, и посмотреть процесс, как говорится, изнутри. Да, но здесь очень, конечно, главный момент заключается в том, что ребята могут получить профессию. Мы обучаем их в количестве 240 часов на базе самарских учебных заведений, и ребята получают документ государственного образца по специальностям различным. Например, в этом году мы обучили по специальности пекарь и сварщик, электрогазосварщик, он сейчас называется сварщик дуговых там работ, да. То есть эти те специальности, которые мы посчитали, что востребованы на рынке труда. Ребята могут легко найти потом работу. Предыдущие года мы обучали по специальности. Я прошу прощения, Ольга Юрьевна, это в рамках этой программы нужно платить за образование, нет, все обучение? Бесплатно. Все бесплатно? Все бесплатно для ребят. Да, вот возьмите себе на заметку, очень хороший вариант. Да, предыдущие года мы обучали по специальности автослесарь, мы обучали по специальности швея, девочек, мастер маникюра и так далее. Да, то есть это именно те ребята, которым нужна поддержка на этом этапе. И мы видим действительно положительные результаты. То есть я могу с гордостью сказать, что наши участники, да, находят работу, трудоустраиваются, создают семьи, да, и как бы вертаются в хороший, положительный жизненный путь. Это очень важно. Вот это и есть, наверное, да, Ирин, те профессиональные пробы, которые вы проводите, вот и центр Самарский в данном случае является, наверное, неким гарантом успешности раз, ну и получения профессии два.
такие подобные программы, они основаны на вот такой технологии сопровождаемого трудоустройства, что мы ведем ребят, у которых имеют сложности с обучением, с поиском работы, то есть от момента вступления в программу до вот ее окончания. Да, потому что у ребят со сложной судьбой, у них много материальных проблем, психологических проблем, и им порой нужна действительно помощь профконсультанта, помощь психолога, помощь в том, чтобы рассказать, показать, как искать работу, где искать работу. Они не всегда даже знают, не знаю, какие сайты о работе есть, как на них регистрироваться, да, где искать варианты обучения, да, даже вот не все понимают, где можно обучиться профессии, да, то есть таких представлений у них нет, и наши проекты, они как раз направлены, ну, есть как вот такие целевые мероприятия, да, вот там обучить профессии, стажировки, трудоустройство, но и вот информирование, да, то есть чтобы в дальнейшем они могли уже самостоятельно искать работу, переобучаться, трудоустраиваться и не испытывать проблем. Я не побоюсь этого слова, что нужно для того, чтобы стать вашим партнером, Ольга Юрьевна, потому что действительно вы оказываете поддержку всестороннюю и в трудоустройстве, и вообще в становлении в жизни. Я считаю, что у вас такая очень благородная миссия. Молодцы вы, что, да, греха таить. Что нужно для того, чтобы прийти к вам и получить и профессию, и направление, путевку в жизнь? Для начала прийти. Честно, центр работает с каждым индивидуально. Все сотрудники работают с каждым индивидуально. И, конечно, когда мы видим, что, в принципе, молодой человек сам перспективный, мы понимаем, что наша помощь не нужна, мы, конечно, не будем настаивать. Да? И мы тоже считаем, что если такие программы существуют, то в них должны принимать участие подростки, которые нуждаются на данном этапе. Для начала просто придите, обратитесь. Тем более сейчас идет как раз новый набор. Так. Как раз вот до 1 ноября мы принимаем заявки на участие в проекте «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре». У нас даже были такие случаи, что ребята приходят, значит, там сначала идет порядка месяца цикл различных психологических занятий, тренингов, работы с профконсультантами, с представителями, работодателями, и молодой человек получает необходимые знания, и он сам понимает, что, в принципе, там, он сам уже дальше может что-то встраиваться в жизнь, да, а некоторые ребята продолжают участвовать в программе и получают профессию. В этом году опять у нас будет специальность пекарей, потому что очень хорошо востребовано, и сварщиков. Потому что, да, пекарей, конечно, на каждом углу в нашем да, городе. Да, и уровень зарплаты хороший, да. Конечно, хорошие стартовые возможности, очень хорошие наставники. С нами работают такие предприятия самарские, как и Краюха, да, электрогазсварщики мы направляем и на самарский стройфарфор, и завод приборных подшипников. То есть это большой, мощный промышленный сектор, где как бы ребят ждут, ими будут заниматься, и они понимают, какие ребята придут, что им на начальном этапе надо помочь, да. Но главное требование к ребятам – желание как раз принимать участие в проекте. То есть мы начинаем с того, что у вас есть намерение, да, переобучаться, намерение принимать участие во всех мероприятиях, потому что их действительно много. И экскурсии, и встречи с работодателями, что-то мы делаем на платформе Zoom, это тоже для ребят полезно, такой новый навык в себе прокачать, да, потому что сейчас очень многие мероприятия, в том числе и собеседования с работодателями, проходят в онлайн-формате, и мы такой формат тоже им демонстрируем. Ну, вы очень активные пользователи социальных сетей, я знаю, у вас ВКонтакте постоянно идут прямые эфиры, вот, кстати, что на них, что там можно подсмотреть для себя очень полезного? Темы разные эфиров мы стараемся проводят как наши специалисты, так и приглашаем психологов, профконсультантов и работодателей. Тема всегда одна – профориентация, построение карьеры, трудоустройство. Да? Обычно эфиры как бы двух тематик, либо для школьников, и они касаются вот выбора профессии, либо для ребят постарше, и они уже касаются каких-то возможностей построения карьеры, трудоустройства и так далее. То есть мы ищем всегда какие-то интересные
разные там, программы стажировки, стажировок, о которых можно рассказать ребятам, проекты, в которых они могут принять участие, которые бесплатны для них, и которые несут за собой пользу, и обязательно об этом рассказывают. Скажите, а были у вас случаи, может быть, делились с вами дети, подростки, которых вы трудоустроили для начала, значит, ну, может быть, там помощником, я имею в виду, карьерный рост какой-то такой вот серьезный был, помощи вот вы оказали именно в этом. Ну, наверное, карьерный рост не иерархия, да, они вверх-то не растут по карьерной лестнице, скорее их навыки растут, да, если сначала молодой человек приходит, он выполняет, ну, какую-то чисто такую механическую работу, не знаю, архив разбирает, то там через две недели ему могут поручить уже работу серьезно. Нет, я имею в виду уже в дальнейшем, когда устроился уже на предприятии, сначала поработал вот несколько часов, потом устроился, работал, и уже достиг каких-то вот, очень именно много. Вы помогли, да, очень направить. Расскажите, жизненно, это же интересно. Очень всегда. Много таких примеров, и это просто касается тех ребят, которые принимали у нас участие во временном трудоустройстве, да, много лет назад, когда мы еще начинали, скажем так, эту программу совместно с администрацией городского округа Самара. У нас был яркий пример молодой человек, который работал в пенсионном фонде, да, временно, да, и потом уже после окончания получил профессию и до сих пор работает в пенсионном фонде Российской Федерации специалистом, да. Но вообще качественно мы подходим, поэтому я не могу сказать, что у нас не получается. Мы очень много видим позитивных примеров. И когда молодой человек приходит к нам в центр, вот мне кажется, наша аура желания помочь, желание развиваться, и он втягивается в этот процесс, и вот потом мы видим результат. Я не могу сказать, что это процесс развития сразу, он такой быстрый, мы прям сразу. Но мы видим через много лет, да, как он растет, как развиваются. И даже это можно посмотреть и по отзывам, и в социальных сетях. Да, все наши ребята, участники программы, они уже выросли, и там, и дети у них появились. Но они являются нашими участниками, они пишут позитивные нам отзывы, да, они знают нас лично. Вот, поэтому... Только слова благодарности. Только слова благодарности. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, помогаете ли вы, и как часто вообще это происходит, когда к вам приходят выпускники тех же колледжей или училищ и говорят, ну вот не та профессия у меня, вот ну хочу я что-то другое, иное попробовать. Помогите мне, пожалуйста. Помогаете ли вы в этих случаях? Для таких ребят есть как профориентационные консультации, когда нужно сменить профиль, да, то есть начинать сначала, да, с нуля, то есть опять анализировать интересы, способности, и есть консультации по планированию карьеры, где мы уже вот методично так простраиваем карьерный трек, где я могу переобучиться, какой профессии переобучиться, куда я пойду работать. Конечно. Этапе, да? И прорабатывать в первую очередь цель, да, потому что, чтобы понять, как идти, да, нужно понимать, куда мы идем, поэтому начинаем вот, а какой я результат хочу получить, каким специалистом я хочу стать, и уже в дальнейшем все шаги с ребятами прорабатываем. И когда есть потребность, то есть направляем в какие-то наши проекты, да, например, часто так ребята попадают вот в программу «Путевка в профессию», да, то есть еще есть такая практика, как «Свободный год», да, есть ребята, которые, например, не поступили после школы там, в учебное заведение, да. И они этот год хотят провести с пользой. Вот для них такая возможность посмотреть на новое обучение, посмотреть на работодателей. То есть они обычно пользуются. Советовали бы, да, воспользоваться такой возможностью. Очень еще важный вопрос отношения работодателей вот к таким работникам, да, молодым специалистам. Ведь зачастую это молодежь почему не берут на работу? Отсутствие опыта элементарно, да? Или, возможно, вот того же ухода в декретный отпуск. Вот здесь как вы сотрудничаете с работодателем? Ну, вообще, если смотреть всю динамику, я вот уже неоднократно говорю, последние два года работодатели все равно больше открыты навстречу молодежи, да, и стараются растить молодые кадры, обучать у себя на предприятии молодые их кадры. И здесь хочу просто тоже об одном проекте рассказать. Это называется проект «Наставник в будущее». Да, да, он ориентирован на ребят, которые проживают в детских домах, выпускники детских домов, да, и ребята из числа сирот. И в рамках этого проекта мы в прошлом году отрабатывали новую методику именно подготовки наставников на предприятиях. И очень
позитивно и радует то, что предприятие готово двигаться и в этом направлении. Сейчас наша задача тиражировать опыт вот такого развития наставничества и в другие предприятия нашего города, да, чтобы люди с низким, молодежь, подростки с низкими стартовыми возможностями, когда приходят на предприятие, имели отличного наставника, для них это не было стрессом, mm-hmm. да. Любой просто обычный молодой человек приходит на предприятие, для него это стресс, да, каким бы то ни было. И у нас у всех проходит адаптация. Но когда у тебя нету какого-то успеха за спиной, поддержки, родителей, да, которые с тобой постоянно проговаривают, да, и конечно, ведут беседу. Конечно. Вот, поэтому очень важно, радует то, что представители работодателей, общества идет навстречу таким проектам и хорошо вот в этом принимает участие. Как раз и хотела спросить, но ведь не каждый способен быть-то наставником. Да, мне сразу на память вот известный фильм «Афони». О, студенты-практиканты мои, да? А ведь нужен же и человек, который с желанием был наставником. Вот вы до наставника за ручку ведете? Наверное, это те инициативные сотрудники, да, предприятия, которые угу. чувствуют в себе силы, потребность работать с ребятами, как ребятами с трудной судьбой, так и просто с молодыми угу. специалистами, которые еще не имеют опыта. Поэтому, опять же, все начинается с желания, да, с их инициативы, и мы, конечно, всегда рады и такой, как сказать, возможности угу. да, вот, сотрудников еще заниматься таким полезным, общественно полезным делом и заниматься такими ребятами, но им тоже нужна помощь. Им тоже нужна помощь. Скажите, а кто контролирует? Вот вы занимаетесь контролем? Да, помогли, устроили. А вдруг что-то не ладится у подростка на предприятии? Может быть, проблемы с работодателем? Но это жизнь, согласитесь, не всегда бывает все идеально, гладко, и не будем лукавить и обманывать. Поэтому вот если такая еще помощь психологическая возникает, вы ее оказываете? Помогаете? Конечно, конечно. Перенаправляете? Перенаправляем. И, конечно, бывают такие случаи, да, да, когда тот же подросток пришел в первый или там во второй рабочий день, да, ответственному человеку, конечно, в организации некогда, где-то он что-то не объяснил. Подросток почувствовал, что ему уделили мало внимания, да, и сделал работу некачественно, да, и конфликт возник. Конечно же, мы разбираемся всегда в таких ситуациях. Mm-hmm. Если надо, да, то ребенка, например, подростка переводим в другую организацию. Если это взрослый работник, участник нашего какого-то проекта, да, то подключается либо Ирина, подключается либо другие какие-то психологи, да, и все равно ведем к качественному результату. Mm-hmm. Не могу сказать, что частые такие случаи. Бывает, нет, они нет, очень да? единичные, mm-hmm. слава богу, да, все-таки как-то подходят качественно к этому процессу. Либо мы проводим дополнительную работу и с работодателями, да, и с ребятами. Мы, наоборот, у нас из года в год очень большое количество работодателей, которые работают много лет с нами. Mm-hmm. Они знают, какая аудитория, что. И видят уже и заранее, видят, кто к ним приходит. Конечно. Да? И очень часто предприятия делают какие-то дополнительные мероприятия перед первым рабочим днем. Проводят экскурсию по музею предприятию. Знакомят со всеми специалистами. Да? То есть, ну, а потом рассказывают фронт предстоящих работ. Если конечно, человек сам понимает, что ну, конечно, не справится, он просто конечно. Не в состоянии этого сделать. Делать наверняка конечно. Разумный конечно. И не пойдет да, на эту работу, на эту должность. Все равно лето не за горами, осень, сейчас зима, быстро пролетит, и опять начнутся каникулы. Что нужно сейчас, может быть, уже сделать для того, чтобы найти успешную, хорошо оплачиваемую работу летом? Угу. Ну, во-первых, не заниматься процессом поиска 30 мая, а да. делать это заранее. Да, это касается и подростков, и ребятам, кому от 18 лет и хотят поработать в летний паникулярный период. Например, школа вожатского мастерства стартует у нас уже с января месяца для ребят от 16 лет и старше до 30. Да. Второй момент. Те ребята, которые хотят
хотят, планируют подростки поработать, да, в феврале уже задуматься о том, что какие-то документы уже можно будет подготовить к началу летнего сезона. У нас в центре, как правило, 1 апреля стартует уже запись для летнего трудоустройства уже на июнь месяц. Мы уже вывешиваем все графики, где будет понятно, какие периоды будут рабочие, когда стартует запись. И ребята, кому от 18 лет, тоже заранее, да, может быть, посмотреть, какие проекты планируются на летний период, да, какие работодатели будут увеличивать штат. То есть вот так. Ну что ж, спасибо вам большое. Я думаю, что обязательно желание после нашего разговора, я думаю, возникло однозначно прийти, вот даже лично познакомиться, пообщаться с такими приятными очень людьми, профессионалами своего дела. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну а выбор, конечно же, очевиден. Молодежный центр Самарский. Всего хорошего. До свидания.